Слава Богу! Вот здесь в Доме художников приветствую всех вас во имя Господне. В Доме художников проходит богослужение церкви Наисвятейшей Святыни. Уже бывал здесь не раз я. И вот в этот раз вновь у моих друзей здесь вот даже свои уже выставляются какие-то работы, картины разных художников. Слава Богу! Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья! Вот, и служение здесь проходит регулярно, каждое воскресенье. Вот, и вот сегодня здесь я с моими братьями, сестрами, слава Богу, с моими старыми друзьями. Вот, и, конечно, в Доме художников, да, пожалуйста, слава Богу, в Доме художников для меня здесь все, конечно, такое родное, потому что действительно... Я же тоже художник по своей специальности, доцерковный. Вот. И как художник, художника прекрасно понимаю. Слава Богу. Заедем, да? Вот так. Так что благословение вам, Господних, во имя Иисуса Христа. Спасибо огромное всем за поддержку служения моего реформаторского, евангельского, православного служения. Слава Богу. Благословляю вас, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Во имя Иисуса Христа. До встречи. Шалом, мир всем.